Лидер итальянского чемпионата миланский «Интер» неожиданно испытал некоторые проблемы с выходом в 1/8 финала Кубка УЕФА во встречах с занимающим на данный момент 11 место во французском первенстве «Лионом». Проиграв вся дома первый матч 1-2, итальянцы должны были в ответной встрече побеждать с разницей в 2 мяча. Задача казалась не такой уж простой, ведь в предыдущие годы в розыгрышах Еврокубков французские клубы 6 раз преграждали «Интеру» дорогу в следующий этап, а однажды обидчиком итальянцев стал именно «Лион». Но команда Луиджи Симони сломала эту неприятную для себя традицию. В начале каждого из таймов футболистам «Интера» удалось забить по мячу. На 9-й минуте отличился Франческо Марьеро, а на 48-й свой первый мяч за «Интер» забил француз Бенуа Коэ. 20 минутами позже Бак сократил разрыв, и поклонники «Лиона» настроились было на то, что их ждут дополнительные 30 минут. Но не тут-то было. Спустя всего 2 минуты Марьеро, сделав дубль, провел третий мяч. 3-1 и в 1/8 финала «Интер» встретится с другим французским клубом.